Про российский Крым могу сказать одно. Хорошо, но мало. Это дастся нашей стране огромной ценой. Да, за это придется заплатить там, несчитанные пока миллиарды условных единиц. Даже если это невыгодно, ничего по-другому нельзя было делать. Это очевидно. Это были обстоятельства, в которых надо было принимать именно такое решение, какое принял президент Путин. Я уверен, что Крым – это будет лазурный берег, как в Ницце, в Каннах. И туда будут приезжать и украинцы, и русские, и белорусы, и вообще все. То, что он будет цветущим краем благодаря этому присоединению, это однозначно. Даже сегодня Крым место весьма доходное, а если его хоть немного привести в порядок, это будет золотое дно. Крым в перспективе будет депрессивным, глубоко депрессивным регионом. Причем массированная помощь сейчас Москвы Крыму вызывает страшное раздражение собственно регионов Российской Федерации. Сейчас в регионах Российской Федерации назревает бюджетная катастрофа. Однозначно расценивать или оценивать события в Крыму сегодня просто невозможно. Все будет зависеть от степени той глупости, которая будет проявлена при, будем говорить так, при присоединении, реальном присоединении Крыма к Российской Федерации, к адаптации ко всему тому, что необходимо для нормальной жизни. Я одобряю, но я считаю, что без автономизации Новороссии и Донбасса Крым остается запертым, он становится камнем на шее Российской Федерации. Вы берете на себя ответственность, входя на территорию. Мы же, как по обычной российской, так сказать, привычке, сначала вошли, а потом стали думать, тереть одно место, что же делать нам дальше.